Традиционно повестку еженедельного совещания главы муниципалитета возглавляет Добродел. По итогам прошедшей недели у Андрея Иванова накопился ряд вопросов к руководителям теруправлений. К ноябрю должны выровнять все наши показатели, выйти из всех красных зон. Такое обязательство мы взяли на себя и озвучили губернатору, поэтому прошу всех держать Добродел ежедневно на личном контроле. Рассмотреть и каждую жалобу, и каждый повтор, и каждую просрочку. Еще раз повторю, все это мы с вами делаем в ежедневном режиме. На совещании были подведены итоги летней оздоровительной кампании. В этом году финансирование этого направления было увеличено. Благодаря этому количество отдохнувших в дневных и загородных детских лагерях возросло. Кампания прошла хорошо, на очень высоком организационном уровне. Но, как обычно, мы в сентябре подводим итоги, рассматриваем не только поездки ребят из Зеленцовского края, но и также работу лагерей, которые находятся и на нашей территории, которые принимали детей в летнюю оздоровительную кампанию. Особое внимание на совещании было уделено благоустройству дворовых территорий и приведению контейнерных площадок к единому стандарту. Для нас один из приоритетных вопросов. Пока по-прежнему 135 площадок не соответствуют стандарту. И это в первую очередь площадки в Звенигороде, Назаревском и Ершовском поселениях. По итогам совещания был дан ряд поручений, исполнение которых на личном контроле главы Одинцовского городского округа. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».